Минувшие выходные жители 6-го микрорайона провели под девизом «Чистая суббота». Более 40 человек вышли в березовую рощу, чтобы очистить территорию от мусора. Инициаторами субботника стали сразу два депутата Совета депутатов города Видное – Игорь Коршаков и Александр Босых. С просьбой помочь убрать лес к ним обратились местные жители. Народные избранники привезли на площадке инвентарь, который предоставила администрация Ленинского городского округа. Всем желающим очистить рощу от мусора выдали все необходимое. Всю эту неделю я встречался с жителями, приглашал на сегодняшнее мероприятие. Да, сегодня люди пришли, сегодня они участвуют. Вот подходит с детьми, посмотрите, вот молодой человек пришел. Есть отзыв, есть обратная связь. Спасибо активным, неравнодушным жителям, которые поддержали, выдвинули и поддержали эту инициативу не только намерениями, словами, но прямым действием. Площадки прошедшего субботника работали возле дома номер 2 по улице Ольховой и возле Завидной 1. Таким образом, удалось охватить почти всю территорию березовой рощи. Мусора собрали много, субботник длился не один час. Мусора в лесу очень много, в том числе сейчас нашли покрышки от автомобилей, колеса. Вы знаете, давайте это все-таки относиться к лесу с уважением, с любовью и любить свой город. Большую помощь в уборке леса оказали сотрудники Дорсервиса и местной управляющей компании. Всем вместе удалось привести территорию в порядок. Теперь березовая роща готова к зиме. Остается надеяться на сознательность людей, ведь, как гласит мудрость, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.